Ну что, поехали, да, вспоминать события. Первый период у нас, напомню, получился безголевым, с обилием моментов возле ворот Джаладина Амирбекова. Пришлось ему поработать. Статистика по первому периоду по броскам 11 или 12-4 в пользу Алтая Торпеда. В итоге стучались, но не сумели в первом периоде переиграть соперника. По разу сыграли в большинстве и так ничего интересного не придумали. Тоже момент интересный, когда Бабушкин Дмитрию Макееву оформил такую мельницу. Ну и вот она, первая шайба в этой встрече. Передача, ну, в район дальних кусов, наверное, неправильно, да, туда под синюю, где Виталий Андрейкев со средней дистанции сместился и очень здорово бросил под перекладину. Бросил изящно, точно и филигранно, безотказно. Ну, а вот так выглядит победная шайба. В итоге получается, что Дмитрий Белоконов второй день подряд мало того, что забрасывает, так еще и забрасывает победную шайбу. Эта шайба случилась в тот момент, когда одна секунда оставалась до появления пятого полевого игрока в составе Алтай Торпеда в меньшинстве. Ну и Каиржан вот так вот при помощи партнеров, при помощи Двуреченского и при помощи Макеева сумел сначала бросить эту шайбу, да, затем добавить по скачище и в итоге одну шайбу отыграл. Была надежда в начале третьего периода, когда имели хорошую, неплохую возможность хозяева для того, чтобы восстановить статус-кво, но в итоге сначала бросок Ансара Шахмеденова, потом добивание его же и Двуреченский, и, казалось бы, бросал уже в пустые ворота, но Владислав Нурек сыграл фантастически, великолепно, блином в шпагате, в растяжке сумел сделать возможно спасение всей этой встречи. Много силовой борьбы, вот это все было уже под занавес, как таковой драки не получилось, но это тоже момент показательный, который характеризует все то, что сегодня происходило в эти 60 минут. Алтай Торпеда победил со счетом 2-1. Поздравляем болельщиков усть-каменогорского клуба. Ну и двигаемся дальше. Для вас работал Александр Олейник. До новых встреч.